батуты, надувные замки, а также веселые конкурсы. Все это было частью большого праздника Дня села Дубровичи, ежегодного мероприятия, участниками и зрителями которого стали местные жители и гости. Сегодня у нас большая программа. Сегодня у нас присутствует наш постоянный, так сказать, спонсор, фирма «Резур», которая организовала концерт группы. То есть будет большой концерт. Сегодня у нас присутствуют здесь также батуты разного рода, карусели, будет сахарная вата, будут угощения. Все это будет у нас сегодня бесплатно для жителей нашего села и гостей также. Перед началом мероприятия прошла служба. Отец Владимир, настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца, совершил молебен на доброе дело, после которого выступил квартет священнослужителей. Концертную программу продолжила группа «Вави». Артисты пели вживую, а гости праздника с удовольствием танцевали под знакомые всем хиты российской и зарубежной эстрады. Дети же нашли себе развлечения среди многочисленных аттракционов. Все хорошо, все нравится. Спасибо организаторам. Шикарно. Очень. Мы только подошли еще. Уже чувствуется атмосфера, чувствуется, что день еще такой хороший, солнечное настроение соответствующее, солнечное, радостное. Ну, я как бы уже не первый раз на этом мероприятии, как бы я житель Дубровичи. Ну, вот приехали чисто именно побывать, каждый год стараемся побывать. Все-таки это такое какое-то событие все равно для Дубровичи, нам очень нравится все-таки для детей какое-то развлечение. Вот мы как бы подрастем, тоже, надеюсь, будем участвовать во всем. В рамках праздника глава сельского поселения отдельно поздравил многодетные семьи и семьи с новорожденными. Важной частью мероприятия стало чествование первоклассников. Будущим школьникам компания «Резур» подарила смарт-часы, которые помогут детям оставаться на связи, а родителям не волноваться. Дубровичи – хорошее, уютное село. Наша компания традиционно помогает в организации празднования села Дубровичи. Нам это очень приятно. С преогромным удовольствием мы это делаем. Всегда это очень хорошее эмоциональное мероприятие. Также для жителей села накрыли столы с угощением. Всего на празднике присутствовало около 200 человек. Прекрасная погода, масса развлечений и по-настоящему праздничная атмосфера зарядила всех позитивом и положительными эмоциями. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».